Всем привет! Сегодня быстрый обзор по ссылке сайта fofresh.ru. Кто не знает, fofresh — это такой, можно сказать, российский аналог iHerb. Там натуральная косметика, зеленые всякие экопродукты. Но мне был интересен этот сайт только потому, что мне нужно было дозаказать пару эфирных масел фирмы Aromashka. Я недавно закончила курс по аромадиагностике и собираю свой базовый набор, и вот мне нужно было три масла. Я решила опробовать этот сайт, еще расскажу. Заказала масла, вы увидите, заказала кокосовые чипсы. Я очень довольна работой ребят, потому что я по своей невнимательности заказала, когда оформляла уже покупку, поставила не того доставщика, да, не того перевозчика. Вот, я когда это обнаружила, думаю, блин, а что же делать, да, потому что все уже оплачено. Написала прямо в окошке в поддержку. И думаю, ну, менеджеру, вернее, да, на сайте, и думаю, как обычно сейчас, это 2-3 года, буду ждать ответа, то и не дождусь. Но нет, буквально через 10 минут мне девушка ответила, и мы решили мою проблему реально за 15 минут. Она переделала там ссылочку об оплате, я еще немножко доплатила, и все. Посылка пришла в срок, увидите, там ребята кое-что еще плюс положили, маленькие такие, как подарки, да, знаки внимания, и... Все ссылки, кстати, которые на продукты, которые я заказывала, будут внизу в инфобоксе. Также там будет ссылка, по которой вы можете получить 5% скидку, если еще никогда с этого сайта не заказывали. Сейчас с вами распакуем эту красотку. Понравилась очень упаковка. Простая коробка, но просто такие приятности. Видите, тут марка Fofresh. Потом написано «Don't panic, it's organic». Вам немножко вот, да, не отсвечивает. Ну и все, здесь мои инициалы, и тут просто потяни за края, здоровье начинается здесь, открывается с улыбкой. Ну вот открывается с улыбкой, конечно, меня больше всего и улыбнуло. Открываете, здесь сразу такая приятность, напоминание о том, что коробку лучше всего в общий мусор не скидывать, а отнести в переработку. Видите, мне бы так было здорово стать воздушным змеем. Вот, кажется, такая маленькая деталь, во-первых, это и располагает... к бренду, да, к этому магазину, сразу такие какие-то теплые чувства. Ну и кому это откликается, вот эта вот концепция сдать бумагу в переработку, просто возникает чувство уважения. Я не из тех фанатиков, которые все-все-все сортируют, но насчет бумаги, это вот прям тоже моя фишечка. Смотрите, еще ничего нет, вынимала. Это первый мой заказ на Fofresh, если кому-то принципиально интересно. Здесь положили журнал, когда я заказывала, то ребята писали, да, то мне как бы в корзине было указано, что вам бесплатно, мы пришлем гайд, почитаю, посмотрю, всякие тут полезности, надеюсь, найду. В любом случае, ну вот мелочь, но приятно. Заказ у меня совсем небольшой, я, во-первых, удивилась, что такая огромная коробка. Я сейчас аромадиагностикой занимаюсь, ну тут вот мои позиции. И поэтому заказывала просто эфирные масла от Aromashka. Поэтому, видите, сплошная бумага. Ой, да, ребята. Ну ничего, пересаживать цветочки, будет туда пересаживать. Так, это что такое? Арахис с пряностями. Я, по-моему, его не заказывала. Хм, интересно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, посмотрим. Так, точно, по-моему, я его не заказывала. А вот дальше должно быть то, что я заказывала. А здесь у нас... вот. Да, вот эти кокосовые чипсы, это то, что я заказывала. Ранее я уже их ела, пробовала. Они просто безумно вкусные, хорошо высушенные. И большая упаковка, получается, очень экономически выгодна. А в конвертике как раз мои масла от Aromashka. Да, вот мои маселки, не в специальном конверте, там внутри конверта, как это сказать, такие, боже мой, пупырышки, вы поняли. Но это я заказывала, мне нужно эфирное масло фенхеля. Это я заказывала для себя, я проводила аромадиагностику себе, и вот сейчас буду с этими маслами работать. Ну, не только с этими, коры корицы, эти масла, и эфирное масло лидея. Ну, кто в теме, тот знает. Почему заказываю Aromashka? Потому что я на ней училась, мне нравится качество. И пока по соотношению цена-качество это самый такой бюджетный вариант. Вот. Ну и плюс, видите, есть доставка по России в страны СНГ.
то это очень приятно. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, видео было полезным. Делитесь со мной в комментариях, что вы заказывали с Fofresh, как понравилось, не понравилось. То, что не понравилось, тоже пишите, чтобы знать, что лучше не брать, на что деньги не тратить. И все, до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока!